Оккупанты в панике взорвали дамбу Каховского водохранилища. Это очевидный теракт и военное преступление, которое станет доказательством в Международном трибунале. 6 июня 2023 года около 2 часов ночи российские оккупанты совершили подрыв дамбы Каховского водохранилища. Этот террористический акт создал смертельную опасность для украинских граждан, населенных пунктах по оба берега Днепра, ниже Каховского водохранилища. Это бесспорный акт экоцида и очевидное военное преступление, влияние которого выходит далеко за пределы Украины и затрагивает экосистему всего Черноморского региона. Также это преступление усугубляет угрозу ядерной катастрофы, поскольку наполняемость прудов охладителей Запорожской атомной электростанции зависит от уровня воды в Днепре. Напомним, что Главное управление разведки сообщало о проведении основных работ по заминированию сразу после захвата Каховской ГЭС в апреле прошлого года. Произведено дополнительное минирование шлюзов и опор. На самой плотине были установлены тентовые грузовики со взрывчаткой. Этот террористический акт является признаком паники путинского режима и попыткой усложнить действия украинских сил безопасности и обороны. Он станет высоким доказательством на международном трибунале, который, несомненно, ожидает каждого причастного к совершению военных преступлений на территории Украины.